Так, моя новая посылка. Не люблю слово подпись. Подпись, подпись. Господи. Подпись, подпись, подписники. Ребят, не люблю слово подпись. Ну как они называются? Подписчики. Не люблю это слово подписчики. Зрители. Хотя и сам тоже подзритель. Ребята, открываю посылку. Вместе с вами пришла посылка от зрительницы. Рождественская посылка. Вообще-то она должна была прийти на Новый год, но немножко опоздала. Ничего страшного. Открываю вместе с вами. Так. Новогодний Санта-Клаус. Вот такой, гляньте, какой прикольный. Merry Christmas. Его можно вешать. Давайте откроем. Вот такой прикольный, гляньте, со шнурочками. Можно его вешать. Прикольный, да? Так. Конфетки, ребята, конфетки называются Сиси. Сиси Brand Selection. Это какие конфетки? Чьи конфеты? Так. Короче, конфеты не наши. А, 59, вижу. Это из Польши. Вот такие вот Сиси. Со вкусом орехов, со вкусом лимона, со вкусом трускавковы. Трускавковы — это значит клубничный. И со вкусом кокосовы. Это значит кокосовый. Так, дальше. О, боже, гляньте, вот то, что мне нужно. Гляньте, какие красивые носочки. Вот такие с этим. А что это такое? Это рыба или что? Что-то птичка какая-то. Чешу, гляньте. С якорем. И еще одни, гляньте, серые с якорем. Класс. Три пары. Так, вот, так, ну, качество видно, что хорошее. Еще одни, гляньте, диснеевские. Класс. А, кстати, да, вот ну, за свитер мой новогодний, я уже говорил, искал его. 3 года подряд хотел, ребята, купить новогодний свитер. Искал. Ну, все какие-то там, ну, красный, там, синий, знаете, вот этот, с Санта-Клаусом, со снеговиком. Ну, не то. А вот, вот этот вот белый, вот точно, вот зимний новогодний свитер, гляньте, с Микки Маусом, год серой мышки, Merry Christmas, все как положено. Гляньте, какие еще носки, вот я не знаю, что за чудик такой, ну, на, короче, диснеевский, да? Еще вот это тоже какой-то чудик, чьи это кошка, чешочи, котики. Это коты какой-то, какие-то диснеевские. Уже давно мультики не смотрю, ребята, 40 лет, ну, 40 лет, не 40 дней. Порше. О, Порше. Боже, гляньте, сколько у меня носков, ребят. А, гляньте, какие классные. Гляньте, какие классные. Вот такие красные. Ой, гляньте, какой смешной. И вот эти. С собакой. Тоже прикольные. Размерчик угадали. Ребята, у меня перчаток, ни рукавиц нету, гляньте. Сейчас померяем. Померяем. Ой, классные, они такие классные в середине. Тут топ-секрет, ребята, топ-секрет, гляньте. Этот, помните, кто смотрел бирюзовый этот свитер такой, полоску я покупал в топ-секрете, кажется. И рукавицы с топ-секрета. Класс, подошли, спасибо. Клевые, они такие вельветовые, с резинкой. Но у нас, я вам скажу, у нас снега нету. На Новый год не было снега. Перед Новым годом нет было снега. И до сих пор снега нету. Ух ты, гляньте. Это копилка. С Нового года можно начинать кидать, складывать копеечки сюда. Кстати, у нас тут вот эти вот по одному, по 2 гривны валяются целая куча. Можно подымать, то ли не слышит, что падают. И можно сюда складывать копейки. 100%. Горнатед Quality. Я не понимаю, что тут написано с таким байком, мотоциклом. Так, дальше. Подсвечник, ребята, подсвечник, гляньте. Открываем вместе с вами. Гляньте, свечка в виде Санта-Клауса. С такой шапкой, как у меня. Прикольный, да? И свечка. Класс, я его сразу поставлю, пусть не стоит. Пусть стоит. Пусть стоит новогодний декор у меня.
Вы такие видели конфеты? Напишите. Боже, а можно я попробую? Ой, как пахнут. Угощайтесь. Боже, гляньте, как классно придумано. Вот такая вот банка и разноцветные конфеты. Гляньте, тут вишня, клубника, апельсин. Еще какой-то листочек зеленый. Арбуз, киви. Короче, тут все вкусы, наверное, собраны. Лайм. Ой, даже с коноплей есть. С ананасом. Класс. Вообще, гляньте, как красиво. Ну, мне вообще очень понравилось. Спасибо. Я думала, это лаванда. Это свечка ирис. Гляньте, какая красивая. Ароматизованная свечка. Я вообще, вот эти вот свечки, у меня тоже еще где-то есть. В H&M, мне подарили с H&M свечку, она еще запечатанная в коробке. И гляньте, ирис. Ой, как классно пахнет. Класс, спасибо. Огромное. Так, а это? А что такое? Я понял. Гляньте. Я понял, это скоро Рождество. Кстати, у меня на Рождество нету свечки. Свечка. И у меня теперь будет, ребята, свечка. Класс. На Рождество. Еще одни носочки. Томми Хилфигер. Гляньте. Боже, за носки вообще огромное, огромное отдельное спасибо. Гляньте, ребята. Я понял. Все. Прикольно, да? Класс. Подсвечники такие прозрачные. Ну, цену содрали. Класс. Целый пакет бирюзовых конфет. Ой, точно у нас такое. Новелла. Давайте попробуем эту новеллу. Наверное, очень вкусную. Гляньте, какая новелла. Шоколадные. Да вам не хухры-мухры. С начинкой. Боже, вкусно. Ачечи. Ой, не знаю. Я, Дед Мороз, подарки вам принес. Тепер мене будуть очки. Спасибо за очки. Гляньте, какие мишутки. Мальчик и девочка, сейчас я открою. Так, извините, что я жую. Сейчас я быстренько съем. Медвежата. Little beer. Чи бер. Бир це пиво, а бер це медвежонок. Гляньте, мальчик и девочка. Прикольные, да? Класс, тоже сейчас поставлю возле Санта-Клауса. Гель для душа. Самое необходимое. Это точно. Ой, какой запах классный. Три в одном. Ой, это какой-то ненашинский. Здесь даже перевода нету, ребят. Какой-то ненашинский шампунь. Германия. 4-0. Угу. Класс, вот такой. Так. Угу. Вижу, из этой серии шариковые дезодоранты. Гляньте. Балия, мэн. Тоже немецкий. Из этой серии, да. Шариковые дезодоранты. Вот то посылка с сюрпризом. Вот то класс. И еще один. Солнце и сила. Прованс для мужчин. Никак не могу выговорить это название этого геля для душа. Ой, запах такой, как будто срезали шишку. Не шишку, а ель. И распиляли. Лесной бор. Класс.
Еще носки. Ой, какие носки Рибок. Это под кроссовки спортивные, как раз бегать спортом заниматься. Или в спорт этот, спортзал. Спасибо огромное. И брелок. Вот такой брелочек. Все, ребята, это была моя посылка. Распаковал вместе с вами. Большое спасибо, кто мне передал. Огромное вам спасибо большое. Я очень доволен. Спасибо, что были со мной, смотрели мою распаковку. Всем пока-пока.